Центральной библиотеке имени Фазу Алиева города Каспийска состоялось очередное заседание клуба родительства, посвященное важной теме – крепкая семья, сильная держава. Семья – это основа любого государства, фактор стабильности и развития общества. Началось мероприятие с выступления представителей Духовного управления Каспийска, которые поделились секретами укрепления семейных взаимоотношений. Важно, чтобы семьи вместе выходили в парк. Это очень укрепляет семью. Чтобы семьи вместе ходили в кинотеатр, чтобы ходили на разные мероприятия, чтобы вот гармония, вот чтобы это взаимопонимание, все это будет налаживаться, если друг другу будут давать внимание. Необходим труд в семье, чтобы любить, хранить верность. Вот однажды один священник сказал, семья – это не вот вечный праздник. Вот молодые люди, они хотят получать удовольствие от семейной жизни в том числе. Но семейная жизнь – это не удовольствие. Семейная жизнь – это каждодневный труд и даже жертва. Для многих семья – это опора, которая всегда будет рядом с нами в трудные времена. Когда жизнь ставит перед нами испытания, наши близкие люди всегда становятся нашей главной опорой. Они служат нам плечом, на которое можно положиться, и помогают нам преодолеть любые трудности. Гости мероприятия поприветствовали семейную пару Гулиевых – Эльмана и Лиану. Эльман долгое время находился в зоне СВО, чем искренне восхищаются его близкие и родные. Эльман и Лиана Гулиевы прожили вместе 14 лет. И празднуют в этом году свою агатовую свадьбу. Это дата, которая подтверждает силу их чувств, любовь, верность, преданность друг другу. Они прошли через многое, но всегда опирались друг на друга, сохраняя взаимную преданность. В ходе торжества организаторы также поздравили семью Абдулгамидовых и Котельниковых. Отметим, что встреча прошла при поддержке депутата собрания депутатов города Каспийска от партии «Единая Россия» Далгата Расулова. Для всех присутствующих была организована праздничная программа, где воспитанники образовательных учреждений подготовили стихотворения и песни. Для стариков, для молодежи – семья. Вот самый главный в жизни свет. Только в семье тебе помогут, и только там тебя поймут. Укажут верную дорогу и скажут правду, не солгут. Почетными гостями мероприятия стали руководитель женского клуба Полина Самылова, начальник управления ЗАГС Татьяна Гамирзоева, начальник УСЗН Джафар Насиров и другие. Завершилось мероприятие награждением благодарственными письмами всех тех, кто посодействовал в организации круглого стола, и вальсом супружеских пар.